наступило преполовение Великого Поста. То есть средняя неделя, святые отцы установили совершать в эту неделю поклонение Христу. Христу Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Крест предваряет воскресение. Так было в тот год, когда Господь наш Иисус Христос изволил плотью пострадать. Но нынешнее поклонение Христу не есть воспоминание для страданий Христовых, предваривших воскресение Его, то будет уже началом Пасхи. Ныне же крест выносится для поклонения, как знамение воскресшего Христа, как знак приближения явления нам Господа Иисуса Христа в день светлого воскресения. Является нам крест, не значит, будто в другое время креста нет с нами. Нет, крест, сила крестная всегда с нами. Мы запечатлены знамением креста в день крещения нашего. Тогда восприяли мы на тело свое крестик после погружения для постоянного ношения на себе. Мы воспитаны под знамением креста, нас осеняли крестом наши родители. Радуйся, требогатое древо, и божественное крестик, свете сущим во тьме, восстание Христово, проявляй зари, сподобий вся верная достигнуть и Пасху. Мы молимся и просим достичь Пасхи. Крест, говорится здесь, проявляет восстание Христова зарю. Пред появлением солнца всегда заря. Появление я свидетельствую, что близко восход солнца. В середине Великого Поста выносится крест. И этот вынос без слов возвещает, что приближаются святые дни страдания и воскресения Христа. Быть может, вы скажете, вот уже неоднократно мы слышали, что Пасха есть явление нам Господа Иисуса Христа, но нам не ясно, что это значит, каков образ этого явления, о котором идет речь. Бога человеком невозможно видеть, на Него не смеют чини ангельский взиратель. Тобой уже всечисто явился человеком, Слово воплощенное. Иеремия 9 песни, 6 гласа. Невозможно людям видеть Бога, но Бог благоволил воплощенному быть единому Сыну Божию, чтобы достойные могли видеть Бога в очах Его. Когда на Тайной вечере апостол Филипп сказал: «Господи, покажи нам Отца!» Господь ответил: «Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слово, которое говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Вот что открыл Господь апостолам своим. Во-первых, учение Христово есть учение Бога Отца. Во-вторых, дела, совершаемые Христом, суть дела Бога Отца через Него. Таким образом, апостолы, слушая из уст Господа Иисуса Христа слова Бога Отца и смотря на совершаемые Господом дела Бога Отца, в очах Его видели как бы лице самого Отца Небесного. Таким же образом доступно и нам видеть Господа Иисуса Христа. Вот кто, очистившись постом и молитвою, и приобщився святых тайн, будет праздновать Пасху так, как повелевает правило церковное. В действиях того и можно будет видеть, а в словах слышать самого Господа Иисуса Христа. Сподоби нас, Господи, достойно звания нашего праздновать святую Пасху, и яви себя нам, в нас самих. Аминь.